Мир вам, дорогая церковь. Сегодня 11 ноября. Во всем мире этот день называется День молитвы о сиротах. А в Америке этот день называется Orphan Sunday. В этот день многие церкви и христиане объединяются в одной молитве. Молитве о сиротах, о их судьбе, о их будущем. К сожалению, статистика с каждым годом не стает никак лучшей. Еще несколько лет назад было 145 миллионов сирот во всем мире. Сейчас эта сумма выросла до 160 миллионов. Но, к сожалению, да, уровень усыновления не стает лучшим. Меньше и меньше семей с каждым годом усыновляют детей. Каждый день 5000 детей стают сиротами. Если взять Украину и Россию только одну, 10-15% детей в детских домах до 18 лет кончают жизнь самоубийством. 60% девочек, которые выходят из детских домов, стают проститутками. 70% мальчиков, которые выходят из детских домов, попадают в тюрьмы. Если мы не вступимся, не будем молиться о них, кто им еще поможет? Я хочу, чтобы мы в этот день мы просто помолились о них, молились о их судьбах, чтобы больше людей усыновляли и во всем мире ставали меньше и меньше сирот. Давайте, наши братья и сестры, уважаемые, встанем на наши ноги. И мы не просто будем молиться, а мы будем искренне молиться. Не просто осознавая, что наши дети имеют родителей, но у Бога нету цели, желания, чтобы дети были без родителей. И Священное Писание называет Бога Богом вдов и Богом, знаете кого? И Богом сирот. И поэтому давайте наша молитва будет предельно искренняя и горячая к престолу Божьей благодати. Дорогой наш Небесный Отец,